Так, интересная игра. Попали, значит, в Ланде против клана ДМ. Ну, естественно, мы проиграем, это понятно. Вот у него интервью брал. Сейчас. Давай, да, сержанта с дополнительной броней и с Франческами, с топорами. Попробуем. Хотя, блин, я бы лучше за место Франческо взял, конечно, Джавелины, на самом деле. Наверное, я так и сделаю. Джавелины взял. Так, у них какой пик? Две кавы. Остальные пехота. Тут просто играем на то, сколько мы сможем из них убить. С один двуручника пикнул вообще человек. Пошли пинки налево и направо. Меня убили. Сергей, они даже не дают развернуться, они просто толпой бушат и все. Ну правильно делают. Молодцы, нет, ну клан. Профессиональный клан. По нулям никого не убили. А, нет, вот там кто-то кого-то убил, но я там очень много тоже дамаги внес. Ну, предлагают они каву попробовать. Я попробую арбалетчика с этим. Да они не дадут тебе арбалетчика. Ну да, наверное, ты права. Но я попробую туда каву с этим. Вообще каву куда ни шло, ну, блин, я на каве не поеду. Ладно, ладно. Так. Где они? А, вон. Так, одну точку взяли. Очень жестко. Все, меня даже убили с этого. Сметание. Молодец. Сейчас
пинать будут. Злыдни какие. Так. Ну хорошо, ну дай попробую. Ну я хоть одного топориком. О, ты, ты молодец. Топориков для меня немало. Угу. Ну вот что интересно, обычно и топориком в конницу кидаешь, да? Обязательно проходит что-нибудь. А тут он постоянно в щит. Угу. А чё, всё, конец уже никто не верит. Вот видишь, опять у них две лошади и... Чё, блин, прикол. Я попал в одного. Ох ты! Причем он сразу попадает четко. Так, меня преследуют. Ой, нереально. Сержанта возьму. Бегу. Не, нереально. Нереально. Ох ты! Молодец! Я говорю, мне топорики одни дайте, все. Причем я его бросила, когда я с другим воевала. Они, походу, знаешь, они всегда выигрывают, просто смотрят по времени, сколько кто продержится подольше, поменьше, и все. Такс, я тут. Без меня игра началась, я отходил. Значит, Кузаид против Империи, я бегу. Расстреляли. Сейчас тоже возьму лукаря. Ну мало, конечно, сношу тяжелой броне. Урон вообще. Ага, у меня 13 урона было. Мечом.
Они в броне. Такс. Spare Infantry. Improved Armor и Heavy Mace. Блин, вы разделились. Четко прям. Надо идти на вас раз просто. Возьму лансера. Ай, блин, свои. Все, выиграли по очкам. 1-1. Так, ну что, еще раз попробую я за всадника. Что-то все сюда пришли. А где они? Они не пошли сюда, да? Ну ладно, пойду туда другую возьму. Господи. Ой-ой-ой, это я, сори. Ты прям хорошо вышла на мое копье. Облокотилась. В общем, я поняла, когда, в общем... Лучники и конница. Надо пехоте наступать на лучников, чтобы они луки не доставали. При этом вот конница может их сносить. Еще раз, что ты говоришь? Я что, один, что ли? Я такая... Зря я туда заехал. Их еще четверо. Ты одна. У нас там еще один еще всадник. Хочешь, ладно, я пикну, так уж и быть, Spare Infantry. С дополнительной броней и с булавой.
А чё ты нам был всадник? Не достает, как будто нам немножко пехоты какой-то, потому что я постоянно езжу, и никто с ними не дерется там. Практически. Ну, не постоянно, но... Так, они сейчас здесь, что ли, выйдут? Нет, блин, мы разделились. Ну, да, нет. Пошли вот тут, пойдем справа. Мы совсем тогда разделяемся. Ну ладно, давай влево, тогда влево давай их зажмем. Да, да, да. В смысле влево? Вот так вот. Не, ну мы просто одни. Просто одни. Ходите по одному. Не, ну понятно. Команда тоже слабенькая. У нас разделялись опять точно так же. Причем они так разделяются, что ты не можешь выбрать, с кем побежать, потому что они ровно пополам разделяются. То есть они прям четко профессионалы по разделению. Таких только фильмы ужасов надо им сниматься. Вот эти вот, которые. Давайте разделимся. Так, ну чё, ещё один. Давай за пехотку. Кузаиты. Булаву и пилосы эти. Посмотрим сейчас. Да ничего страшного. Вроде ты все нормально взяла. Ну только пилосы можешь добавить в следующий раз, все. Че это теперь? Это я вообще не помню. Сзади! Ага, здесь смотрю, лучник, да. Сразу пошел один, и его сразу убили. Еще один. Да блин, мой пилос, теперь придется за ним бежать. Опа! Ой, как ты... Попался. Ой, а это что, свой в тебя откинул? Попался в моей сети. Опасные, опасные. Я сейчас пока возьму его эту махалку и поезжу. Уходить отсюда, так пойдет.
Тихо. Жади, да, блин, да. Бегу к тебе, но мне долго бежать. Как-то так. Свой, что ли? А, их еще дофига осталось, я что-то думал, что мы... Ну, у меня еще свой попал. Да, мы проигрываем, тем не менее. А, хотя у нас трое против двоих ихних, но у них... О, против одного. Боже, сейчас справится все-таки. Надеюсь. Мне кажется, он сейчас всех скусит. Тут будет печалька. У них очков мало. Херово. Что делать? Ой, еще теперь бежим. Ну, все, слава. Вот эти легионеры с булавой и с пилосами. Пилос. Только я не знаю насчет булавы, может лучше туда меч взять, потому что она какая-то очень долгая, эта булава. Попробуем меч. Уже кого-то из наших убили, у нас на одного меньше. Они все на С. Еще одного нашего. Че, отойдем туда? Давай к своим. Так. Идут они. Наших вообще никого нету. Зараза. Пипец. Пилос мне. Зараза, заглючил. Не машет постоянно на рандоме. Как к этому привыкнуть. Когда я чё пил взял? Еще один пилос. У них осталось трое. Не мешайся. Чувак из нашей команды тут.
Че, мы вдвоем только пойдем на них? Ну че, назад? Ничего не сделаешь. Ой, столько в конице, что не определишь, где. Какой. Я пил сразу переключаю на метание, чтобы удобнее было. Вот так. Кстати, у меня 101 победа. Вот это была. Поздравляю тебя. Спасибо. У меня значок разблочился вот этот. Фух, бегу. За лучницу. Угу. Хочет меня тут, меня тут поймать. Надо садить на свой. Нехорошо, что. О. Молодец. Я побегу на А. Да блин, меня свой бьет. Да тут какой-то бежит, блин, вперед меня еще. Я убегаю, он вперед меня убегает. Сзади, сзади. Ага, вижу, слышу. Победка. С доручника поиграю на них. Потренюсь. Надо выигрывать. Давай скирмишер, беттер, джавелин, слар, щелд. Попробуем со своими. Господи. Вот это тут всегда куда туда бежит. Они вообще, они посмотри, они в три стороны разбежались. Просто ну в три. Да, вот так они и делают все время. Поэтому проигрываем мы. Ой, блин, я ж... Стрелу пропустил. Ладно, пошли вот к этому со щитом в эту сторону. Сюда, сюда, сюда. Назад, назад, назад. Отходи. Сюда, да.
Твои джавелины позаимствовал. Блин, меня убили в спину. Как позаимствовал. Бегу, можешь меня подождать, сейчас я его. Тебе бегу только. Мамочки, спасите. Ой, кошмар какой-то. Камни мне убили, ужас. Чувак камнями кидается. Ужас, капец. Меня свой убил опять. Свой? А я думала, этот тебе. А, ну да. Нет. Не любит делиться. С щитом пошли вот с этим. Мне вообще не повезло. С метанием. Вообще бред. Полный. Опять в меня свой херачит. Так, еще против этого Ареса и какого-то клана. Ну давай я попробую лансера с дополнительной броней и щитом всадник. Вот так вот как-то. Пока, не знаю, зачем он туда один наш приперся, опять по одному ходит. Так. Yeah.
Вот так. Все. А то этот Арес у них там навыпендривался. Вот он вместе с кланом. Так, попробуем еще разок. Чик. Со мной всадник. Сейчас к тебе будет. Да-да, я знаю, что тут всадник. Так, забайтил его. Еще раз. Нефиг клювом щелкать. Ага. Ну, они клёвые. Он щелкает там клювом что-то. Они ливают. Ой. По мне еще свой попал. Ну чё? У них, да. Отлично. Вот и арест этот 1-3. Они только одного чувака за несколько раундов убили в нашей команде. Мы как клан ДМ против них по уровню. Хоть над кем-то мы доминируем. Они, наверное, только вчера игру скачали. Вообще, такие опытные игроки, мы их так уделываем, вообще, я в шоке от себя, от ну, нас. Ну, у одного вот только, у этого Арис 50 побед, а остальные что-то... Он мог приколоться, а остальные это клан. Это клан, понимаешь, если ты ставишь, что ты клан, то ты, значит, как минимум лучше всех остальных себя считаешь в 500 тысяч миллиардов раз. Да, за мной двое гоняются, я даже не знаю. Блин. Я даже их не увидел, настолько они незначительные. Ты, все воюют, точки вообще никто не берет. Я вообще уже пол матча прошло. Ага. Зачем они все нужны? На расслабоне такое. Ой, мамочка. Тут нечего на меня засматриваться. Ой. Ой-ой-ой, у них два арбалета. Сколько можно терпеть тебя, они говорят. Так, вот зарезал.
ты господи. Ой, блин, своими. Я не сильно. Вот так вот их проучил. Ни разу не умер. Вон он скачет. Мне кажется, один раз убили, которые двое за тобой там скакали. Кого, меня? Ой, блин, вот ты меня аж отвлекла, меня аж спешили. Ой, смотри, какой бедолажный стоит тут. Ой-ой-ой, да, он аж присел. Чё ж ты его, не стреляй, не стреляй, не стреляй! Слушайте, а чё как ты, посмотри, как ты... Ага, я знаю, как ты пришел бы сейчас его пощадил. Меня тоже никто не щадил, бросали в меня камни, кто только мог. Ага. Так, ну я арбалетчика пикну. Интересно, мы против этого, против вроде опытных, они в прошлый раз с нами были, мы выиграли, а сейчас у нас команда послабее. Так что надо постараться. Ты кого будешь? О, вот ты догадайся. Сержанта? Ну помнишь, ты за арбалетчика как-то убила всадника? Франчески свои возьму. Сложно, посладюсь. Давай, давай. Знаешь, как Франческо, когда в кадык. Какая-то кровожадная стала. И кровь так хлещет так. Она не хлещет, она, знаешь, так пульсирующая так из аорты. Ух ты. Наслаждение. Вообще, блин, как Баннерлорд влияет на женские умы. Да что ты жесткий. Красиво, он там собрался в меня. Я не хочу сражаться. Меня заставляют. Да отойди ты, блин. Не, один против пехоты. Битва туннельная. Не вижу, черта. Тут зараза. Да блин, и свой в меня. А, вот, там у них лукарь. Вижу. Да блин, спрятался, зараза. Смотри, блин, пойти обойти, что ли? Не дают выйти нам тут. Ага. Я на свет вообще не вижу там ничего. Здесь можем выйти? Меня убили метательным оружием каким-то. А здесь выйти негде, блин. Нет, здесь выйти нельзя, здесь выйти нельзя. Нет, ты не отходи, ты... Тебе надо было там стоять. Ну ладно, уже пофиг. Ну неплохо. Только ты и я кого-то убили, остальные все в нашей команде предали. Да. А, да, вспомнил теперь. Так, ладно, я возьму сержанта с джавелинами. Топориком. Я с джавелином.
Это вспомнил. Ты будешь Чика, я с Джавелином. Нет, я вспомнил, как я убил топориком. Так, чик. Ага. Промеж ног попал. Ох! Это вообще жестко. Ты что за крестинин какой-то, блин, зачем он это взял? Врубает, вырос по этому. Как, знаешь, как викинги там какие-нибудь сумасшедшие собирали там уши, ты собираешь то, что между ног. Да, и потом, видишь, это... И потом засушиваешь. Засушиваю. Я вместо амулета ношу. Ага, вокруг шеи. На цепочке. Да господи, ну как? Ну как они меня убили? Я бегу. Тоже убили. Только их держал вроде бы. Двуручный какой-то там бешеный у них вышел. Блин, сейчас он опять меня убьет. Куда? Куда ретируешься? Команда очень слабая, еще один ливнул у нас. И вообще Джавелина что-то, да, очень мало урона. Возьму Франчески и булаву. Попробую. Хотя, знаешь, даже вообще копье возьму вот так. Уже поздно. Но если сейчас убьют, тогда уж конницу, может, возьму. Один... А, нет, все-таки с нами решил побежать. Кто-то там уже огреб. А, нет, это лучники стреляют. Вот опять огреб. То есть как они бегут, что они даже сейчас огребают? Красиво. Хотел посмотреть, но... Что они все точки забрали, блин. Ага. Все, последняя точка вот эта. Надо держать топ, по очкам прыгаем.
Я держусь. Еще много там, блин, четверо. Они все живы, да. Два лучника еще, блин, это плохо. Лучники там надали, блин. Не, тут команда вообще остальные. Ты последний остался. Давай, тащи. Как у тебя персонаж закричал вообще? Ну вообще, мне сейчас там не нравится. Нам на бытке так прикольно было, блин. Но сейчас что-то как-то стрёмно. Я уже поменяла было, а все равно он тут еще хуже как-то. Голос? Да. Ну, может быть, это слишком много Эля пила.